Такой вес для 18-летнего Марка Микитюка далеко не предел. Пауэрлифтингом он увлекся всего 2 года назад, а за плечами уже внушительное достижение – рекорд России в приседании со штангой. Задел для будущих побед он нарабатывал с самого детства. Около 6 лет Марк играл в хоккей с мячом, а после травмы стал проводить вечера в тренажерном зале с друзьями. С ребятами компании просто занимались, качались, думали, то, что это прям очень сильно, мы убивали много времени, думали, то, что делаем очень хорошие упражнения, считали, то, что мы станем хорошими спортсменами. А в итоге прошло какое-то время, мне предложил отец прийти сюда к тренеру, и я понял, то, что все, что мы делали, это было ерундой. Попав в надежные руки тренера Андрея Родичева, он начал серьезную работу. Тренировки почти каждый день, по 2, а то и 3 часа. Атлет признается, сколько бы ни занимался, характерную боль в мышцах время от времени все равно чувствует. Люблю приседать, но не люблю следующий день после приседания, потому что все ноги забиты, мы же еще дополнительными упражнениями. Ноги набухают кровью, заливаются, и на следующий день они, мышцы, так скажем, гудят. И достаточно тяжело первый час, наверное, как проснулся, вообще передвигаться. На соревнованиях Содружества наций в Туле Марк приседал со штангой весом 212,5 килограммов. Это не только рекорд России, но и мира. Однако достижения не зафиксировали. Причина – результат был достигнут не на международных соревнованиях. Сейчас наших спортсменов на них попросту не пускают. Хотя считается, что атлеты с севера – одни из самых сильных в мире. Север – это родина вообще сильных людей. Вообще северные люди, как Архангельск, Мурманск, какие-то там города, там Иркутск, да, Сибирь. Они вообще изначально сильные спортсмены. И в Мурманске очень много сильных людей. Вот я приходит спортсмен, и я говорю, этот спортсмен будет, если продолжит свои занятия, будет как минимум там чемпионом Северо-Запада, а это он призером чемпионата России. Марк уже пришел таким, с личностью с уже готовой. Мне осталось только добавить к нему силы, и все. С победами к Марку пришел азарт, поэтому останавливаться на достигнутом он не хочет. Сейчас атлет готовится к следующим соревнованиям. Возможно, скоро мы вам расскажем о новых рекордах. Элина Шегенова, Максим Чинкин, ТВ 21+.